Добрый день. Вот приехал в Ванкувер, там у сына сегодня 4 палета сделал. Вот приехал здесь на 14 эксиде. Здесь недалеко от дому, может быть, майлов 15, наверное, вот так вот. То вот ежевичка здесь вот начала зацветать. Пошли цветочки, пчелка вот хорошо, и напрыск сегодня вот смотрите почти на каждом цветочке. Ну еще видите, цвету еще совсем много нету, только пошло. Посмотрите, какие заросли ежевики здесь, то и вот это вот все, где деревья. О, посмотрите, наверное, я наступил на рой, маленький райочек вот он. Нет, вроде бы не наступил, но поднимается. Ага. Смотрите, какой маленький раек. Ну, у меня нету ни улика, ничего нету. Некуда его даже не посадить, ничего. То. А приехал сегодня, начал здесь смотреть пчелу. Сын уехал на Тойотке туда, а там вчера дерево попилили, увез в ШАП. Дерево пришлось супруге машину взять. То начал смотреть, начал рой вылетать. Я взял жидким дымом. Что интересно, жидким дымом, ну часть вышла роя, а я жидким дымом побрызгал. И знаете, успокоились, и те вернулись. Ну пересмотрел, вот видите, вот с этого понарезал, вот сколько маточников. Маточники красивые здесь, вот, вот маток, вот уже, они уже на выходе были, матки. Одну матку я там нашел, короче, то поднял, поднял два супера наверх, он снизу стоял, то сейчас вот уже нормально, вот пчелка работает неплохо. Здесь тоже вот, вот это тоже семеечко роится. Вот они маточники, посмотрите, какие маточники. То сейчас вот трутня срезаю, маточники срываю. То посмотрим, что там у нас, в каком состоянии она. Только начинаю разбирать. Ну ничего. К малине сегодня хочу немножко накопать себе корней малины, посадить у себя на участке. То буду видеть уже. Думаю, что, наверное, здесь тоже уже малина на отцвете, уже все. То здесь неплохое место у нас, очень хорошее место. Каждый год я ставлю здесь. Ну, правда, когда малину они начинают собирать, они просят, чтобы я пчел убрал, потому что люди приезжают собирать, и бывает, что их кусает. Но малина, он говорит, сколько душа желает, столько собирай. Малина очень и очень хорошая, крупная такая малина, так что все будет нормально. Верхний корпус прошел, то нижний, вот посмотрите, как хорошо, раз, раз, два раза всего пшикнул, и все. И они вот сразу раз, раз вниз. Так, ничего, вроде бы как бы смотрится нормально. Трутень чистенький, ну есть, редко-редко попадается, что в трутне есть клещ. То вот вчера там мы обработали, тесты поставили, но Толику сегодня, я сегодня не попал в ШАП, то Толику позвонил, он говорит, что там на одном 2 упало, на одном 3 упало клеща, но завтра мы хотим просто как для себя обработать их дымом и посмотреть, какая разница будет, от дыма упадет или нет. Ну говорят, как бы муравьиная кислота работает именно немножко, как бы ей время надо, не то что там поставила, она сразу и сыпется. Ну посмотрим, как оно будет. Ну у меня, правда, кислота это лет, наверное, 10. Ну вот должны на этой неделе свежую уже получить, то посмотрим, свежую получим, опять эти же улики тесты поставим, посмотрим, какая разница будет. Вот она уже приготовилась в рой была идти. Уже, ну, стала маленькая. Я ее взял, задавил. И вот внутри, видите,
какая черная, такая же, как и эта, чисто черная. Я что делаю, чтобы они лучше приняли запах ее матки, остается здесь, оставлю, растираю, короче, клеточку маткой этой и ставлю, короче, в улик. Так вот на кормушку ставим и нормально принимают, хорошо. Маток тоже, думаю, роиться не будет, уже отроилась. Тоже начала вот маточники чуть-чуть есть. Пошли, ну только начали маточники тянуть. Вот смотрите, полно пчелы здесь. Вот это вот, а второй корпус. И вот, а два супера. Полно. Ой, меду нету, чтобы сильно был мед. Нету меда. Ну вот сегодня вот напрыск хороший, то, а так меду совсем маловато. Расплодики, конечно, замечательные, смотрите, от бруска до бруска. Отличные расплоды пчелы, тоже очень и очень хорошо. Мед где, мед где? Дайте нам меду, чтобы было у нас все нормально, чтобы пчелки не роились, а меду принесли. Расплодики прекрасные. Меду. Ну вот напрыск хороший. Вот сегодня вот напрыск льет. Вот. Видно вот, что сегодня неплохо у них. Но не знаю. Меду маловато, совсем маловато. Хоть корми. А расплоды просто супер расплоды. Никуда не улетает. Завтра, значит, мы его утром приедем и заберем. Видно, молоденькая маточка здесь. Ну ничего, до завтра доживет. Осталось нам 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 палетов. 7 палетов осталось. Ну завтра сделаем, поеду. Накопаю-ка я малинки лучше. Это лучше будет.